Друзья, разгрузили Мемфис. Ну, мне повезло, он меня взял в 7 утра на разгрузку. Вот еще один раз подтверждается то, что я говорил, там делился в стажировке в этом плейлисте. Что приезжаешь на склад, не заебуй их. Если они там, понятно, что раз в два, раз в три часа, если там слишком долго стоишь, тебя держат, то можно зайти, спросить, что там происходит. Иногда бывает такое, что ты там, они уже разгрузили тебя, забыли просто выключить, переключить там лампочку на зеленый свет. Ну, как бы ты там ждешь лишнее время, ну, ненужное, да. Но вот мне мужичок рассказывает, что приезжал там какой-то черный был у него. Приезжал, и он каждые 10-15 минут заходил. Ну что там, когда там разгрузите. А у него тоже, у него appointment был на попозже. Ну и короче, они по итогу его разгрузили. На следующий раз, когда он приехал, этот чувак, который здесь работает, вспомнил его. И все, и он его с утра не разгружал, он уже ждал, он, короче, у него там что-то говорит, на 4 часа appointment был, он приехал в 9 утра, и он его не разгружал. Он, типа, здесь держал этого водителя до второго шифта. Вот тебе, пожалуйста, если ты относишься к людям, которые работают на складах с уважением, и всегда заходишь там, ну, типа, эй, привет, там, yo, what's going on, how are you, да, как бы на позитивчике, то они тебя быстрее разгрузят, а это твои бабки, это твои чеки, понимаешь? И когда, ну, вот, тебя разгрузили, меня сейчас разгрузили раньше, да, мог бы вообще здесь ждать до вечера, потому что он говорит, вот у тебя на час appointment, меня уже бы, говорит, не было, пришел бы следующий шифт, и они бы только начали где-то в 4-5 часов вечера, да? То есть была реальная возможность того, что меня не разгрузили бы до самого вечера, я уже не загружусь, и сегодня день уже потерян. Вот в чем прикол. Поэтому, ну, типа, шутить с этими людьми не стоит, и обязательно стараться как можно более позитивно к ним подходить, там, понимаю, что там есть с языком проблемы у кого, но максимально, типа, осторожно, потому что вот с этими людьми ты ходишь по тонкому льду. От диспетчера, от компании, там, от тебя зависит, конечно же, да, там, сколько ты проедешь, сколько грузов отвезешь и так дальше. Но от этих людей зависит, просрешь ты день или нет. Так что, вот такой вот адвайс небольшой. Эй! Короче, мое утреннее предсказание, что сегодня будет хороший день. Не, день хороший, конечно, я чуть отдохнул, повалялся. Но уже 4 часа, и я вот только сейчас встал в двери. Пробыл я здесь, наверное, уже где-то часов 5-6, может быть, и все 7. Приехал, не, ну где-то часов 6, короче. И ехать нам на Пенсильванию. Сейчас посмотрю, сколько там, где-то, ну, короче, миль где-то 800, наверное, думаю. Так что завтра к обеду или уже после обеда мы туда приедем разгружаться. Ну, по идее, там, кто первый приехал, того и тапки. Вот, так что как-то так. Сейчас надеюсь, они хотя бы уже после того, как встал в двери, хотя бы быстро загрузят. Было бы очень даже неплохо. Вот. Ну, как есть. Такая работа. Такая жизнь. Да? Наше дело ожидать и потом догонять. А не успел проехать и 10 миль. Там уже пробочка, авария через милю. Он эти пишет. Crash, one mile ahead, right lane blocked.
Правая полоса заблокирована. Поехал большой эвакуатор. Что-то с траком произошло. Что-то у него колеса заблокировались. Оказывается, этот груз – это лыжная снаряга, которую я привез в отель. Такой, типа, большой резорт. Тут у них есть бассейн, лыжный курорт. Вон, смотри, аквапарк. Прикольный такой. Но проблема в том, что они ресивинг открывается в 6 утра, а я там так стал, я даже не могу развернуть трак. Короче, нашел фронт-деск через одного чувака, который мне провел там по коридорам, по задним всяким входам через, ну, там, где, короче, обслуживающий персонал обитает. И мы вызвали security, чтобы те мне сейчас помогли развернуть трак, потому что, короче, сейчас я туда дойду, я вам покажу ситуацию. Места там минимально, и просто тупо не хватает места для того, чтобы развернуть трак с трейлером. Поэтому мне сейчас, наверное, придется сдавать назад через всю парковку. Это будет интересно. Интересное событие. И потом разворачиваться здесь на парковке каким-то образом и сдавать назад в док. Так что как-то так. Так, я нашел первую часть парковки. А парковка, чтобы вы понимали, практически забита машинами. Короче. Сейчас дойду туда, будет интересно. Будем посмотреть, что, как это все закончится. Но в любом случае я останусь здесь ночевать. Вдох просто стану. И останусь. В 6 утра они открываются. Следующий грузик уже заберу сразу после того, как они там разгрузят. Сразу поеду туда и, скорее всего, загружусь. До обеда я уже должен точно выскочить отсюда. Так что как-то так. Вот трубы от аквапарка. Вон там я стал. И вот сюда сейчас мне нужно будет, скорее всего, задом сдавать. А что туда, на ту парковку. Еще прохладненько здесь. Что там, ничего не видно. Ой, утречка, наверное, здесь будет красиво. Короче, ситуэйшн такой. Место здесь минимально. Вот док. Вот трак. Я уже нашел одного из чуваков. Он у него тут стоял, пикапчик его. Сейчас еще там пошли, короче, просить шеф-повара, чтобы подвинул свое BMW. Если он подвинет эту BMW, у меня намного больше шансов вот так вот здесь прижаться красивенько и развернуться. Потому что просто тупо не хватает места. Я упираюсь вот в эти машины. Вот. По идее, буду разгружаться все-таки здесь. Потому что сказали, что лыжные, ну, типа склад с лыжной фигней. Где-то еще там дальше нужно проехаться, наверх подняться. Комплекс здоровенный. Называется Countryside Lodge или что-то такое. Сейчас скажу. Называется
Camelback Lodge. Tennersville, Пенсильвания. Интересное место. Так, будем пробовать. Посмотрим, что получится. Сноси там еще заборы. Идет, что, блядь, я сейчас развернусь уже без него, без его помощи. That's okay. I'll give it a shot first. I came down from the other side of the place, so I'm sorry. It's all good. Yeah, I mean, if you move it just a little bit up. Yes. Yeah. I got you. Thank you. I appreciate it. I'll have a better chance. I got you. Сейчас он БМВшку свою подвинет. Все хорошо, друзья. Все окей. Задачка не из легких, но если достаточно внимательно все делать и не лениться выходить из трака и смотреть, что там и как у тебя происходит, то все будет окей. Вот. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Так вот, вот. По большому кругу. И теперь вернемся. Стану прямо в док туда.
здесь и заночуем, пацаны. Заберу телефон тут. Все. Смотрите, что получилось. Вот такой ситуэйшн получился. Шлеп. Вот тут на этом маленьком пятачке. Удивительно. Молодец. Саша, ты молодец. Ты ювелир. Все. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте пальчики вверх. Задай телефон. Поставьте пальчики вверх, подписывайтесь и увидимся на следующем видео. Пока.